Плохие шутки. У жены Насреддина Афанди ночью начались роды. Соседки велели Афанди подержать свечу и посветить ей. Через некоторое время на свет появился младенец. Не успели соседки принять его, как вслед за ним появился второй. Увидев это, Афанди поспешно загасил свечу. «Что вы делаете, Афанди? Бросьте свои шутки!» – закричали соседки на него. «Плохие шутки!» – отвечал им Афанди. «Вам легко говорить, а каково мне? Да не погаси свечу, найдутся еще ребята, которые поспешат на свет!»